это издевательство. Нет. Что вы маленькое даете? Свитер, шапки. Очки прикольные. Мешок, мне нужен мешок с подарками. А как, когда надо хлопать, в начале или в конце? Прошедший год был трудным для нас, только характер, стойкость и вера болельщиков помогли справиться и переключиться. Внутренний чемпионат и обновленный формат Кубка России подарили нам невероятные эмоции и сумасшедшие по накалу матчи. Мы обратили свое внимание на большие проекты внутри страны, которые развивают футбол. Юношеская футбольная лига объединила 167 команд из 63 регионов страны. А всероссийский проект «Футбол в школе» стремится в каждый уголок нашей страны. Вернемся сильнее! Новый год – это всегда новая страница. Ожидание чуда и волшебства. Не забывайте верить, надеяться и ждать. Чудеса близко. Пусть Новый год принесет радость, улыбки и новые возможности. Покоряйте самые высокие вершины и выигрывайте самые трудные единоборства. Берегите друг друга, близких и друзей. Будьте опорой для самых родных людей. Обнимайте и целуйте почаще детей. Пусть в каждом доме звучит детский искренний смех. Пусть это будет ваш год. Будьте здоровы. Пусть удача всегда будет с вами. С Новым годом! Поздравляю всех с Новым годом и с наступающим Рождеством! Поздравляю вас с Новым годом и с наступающим Рождеством! Поздравляю вас с Новым годом и с наступающим Рождеством! Поздравляю всех с Новым годом и с наступающим Рождеством! Поздравляю вас с Новым годом и наступающим Рождеством! Ну, не, подожди, а как ее крутить-то? Может, другую крутить? Пиу! 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 С Новым годом! И наступающим Рождеством! Пиу! Потом подрисуйте.